У добровольца не всегда есть время, у него есть сердце. На трехдневном интенсиве в Новокуйбышевске встретились представители всех 37 муниципалитетов области, чтобы сверить координаты. Добровольческое движение в регионе набирает обороты. Каждый раз выбор и воля конкретного человека, чем он занимается. Направлений много. Начиная от поиска пропавших детей и людей, в принципе, да, это поисковый отряд «Лиза Алерт», один из самых сильных у нас, кстати, в стране, в Самарской области. Мы его опыт передаем по всем регионам. Соответственно, есть организации, их очень много, которые работают с детьми в детских домах, с выпускниками детских домов. Поддержка пожилых людей, помощь животным, экологическое и самое популярное – событийное волонтерство. Перечислять можно долго. Среднестатистического портрета волонтера больше нет. Это люди разных возрастов, но с одним посылом. Если я вижу проблему, я пытаюсь ее решить. Вообще добровольчество и волонтерство является сейчас одной из наших важнейших ключевых задач, которые мы реализуем в рамках федерального проекта «Социальная активность». И планомерно реализуем комплекс мер, который позволит нам, во-первых, создать более благоприятную среду для развития добровольчества, более понятную информационную среду. А педагог Валентина Савочкина уже почти 20 лет тоже создает среду, в которой ее воспитанники – учиться состраданию. Детей мы приучаем к волонтерской деятельности где-то лет с 10. То есть мы сначала занимаемся на базе своего клуба, потом выходим в микрорайон. Обладатель гран-при «Студент года 2019» Антон Уваров создал и возглавил студенческий волонтерский штаб, который уже объединил 170 ребят. А новый медиапроект «Парни» посвящен любимому городу Самаре. Он вошел в число финалистов «Доброволец России» и претендует на первое место. Волонтерство – это в первую очередь состояние души. Невозможно заниматься им за деньги, потому что это совершенно не эта история. Вот когда ты чувствуешь в себе силы и возможность, что ты можешь не только себе помочь, но и кому-то другому тебе вот хочет себе это сделать, ты должен идти вот в волонтерство. Самарский регион традиционно в лидерах движения. Уже второй год побеждаем в федеральном конкурсе «Регион добрых дел». В декабре делегация волонтеров от области посетит международный форум добровольцев в Сочи, а затем региональный добровольческий форум проведем у себя. Если верить статистике, количество потенциальных добровольцев сегодня гораздо больше, чем тех, кто уже проявил себя в этой сфере. Яна Кукабака, Сергей Павлов, Новости губернии.